по субботам X-Factor, и вот мы собираемся вечером, и все, нас нет. Болеем, особенно за наших харьковских участников. А тим часом психологи проекту приводять до тями Катю. У вирішальну мить дівчина піддалася паніці і втратила контроль над собою. Когда созрієш, тільки тоді підеш на сцену. Смотри, чим більше ти зараз нервничаєш. Я боюсь, я мене свело все, мені спазм. Мне нормально, мне кажется, я все перекосила. Я не чувствую рта, я просто расслабься. Лицо не шевели, не никак, спокойно. Чего мы так долго? Там участнице плохо. Зовсім не таким дівчина уявляла собі день, на який із сподіванням чекала. В данный момент, как это сказать, заново учусь жить. У меня в феврале погиб муж. Поэтому я пришла к вам. Хочу, чтобы все начиналось, ну, с чего-то хорошего. Я всегда мечтала петь. И он любил, когда я пела. Ты соберешься и сделаешь прямо сейчас. Второго шанса нет. Я сделаю. Да? Я... Только главное не свалиться.